Всем привет! Сегодня вы увидите очередную подборку товаров с сайта AliExpress. Ссылочки на все товары, как всегда, есть в описании. В конце видео будет конкурс совместно с каналом Алитянин. Автор этого канала делает также интересные топы на китайские товары. С ним мы разыграем любой товар из этого видео, так что смотрите внимательно и выбирайте себе приз. Ну а сейчас погнали смотреть! И открывают наш топ интересное изобретение под названием полимор. Это изобретение хорошо тем, что при нагреве эти гранулы размягчаются и из них можно лепить как из пластилина. Можно, например, слепить себе интересную и удобную ручку для любимого ножа, потому что это вещество при охлаждении застывает и становится очень твердым. Отличное изобретение, в хозяйстве точно пригодится. А вот маленький Wi-Fi роутер от фирмы Xiaomi. Эта малютка может действительно раздавать интернет, если подключить ее к компьютеру, к которому подведен интернет. Единственный минус этого роутера – это то, что, чтобы раздавать интернет по воздуху, компьютер должен быть всегда включен. А чтобы экономить на покупках, советую воспользоваться кэшбэком Мегабонус. Это надежный проверенный кэшбэк до 40%. Легкая и безопасная установка в один клик. Кэшбэк работает более чем в 300 магазинах. Выводить деньги можно любым удобным для вас способом. Также на Мегабонус есть реферальная программа, по которой вы будете получать до 50% от приглашенных друзей. А в расширении есть очень удобная функция отслеживания посылки. Ссылочка на кэшбэк в описании. А следующий товар для тех, кто любит выделиться. Это светящиеся шнурки. И про них особо нечего рассказывать, кроме того, что они круто смотрятся. А вот товар для тех, кто любит читать и смотреть телевизор лежа. Это очки-перископы. С такими очками вам не придется приподнимать голову, можно просто лежать и в горизонтальном положении смотреть свои любимые фильмы. А для любителей поснимать подводные виды, на Али я нашел водонепроницаемый чехол для телефона. Если у вас есть телефон с хорошей камерой, то с таким чехлом вам не придется тратиться на экшн-камеру с аквабоксом. А вот еще один водонепроницаемый товар. Это мешок, в котором можно хранить важные вещи или документы на случай наводнения или просто брать его с собой при выезде на реку. Там он точно понадобится. А это портативный заклеиватель пакетов и других вещей из полиэтилена. Очень нужная вещь в хозяйстве. Например, можно заклеить хлеб, чтобы не так засыхал. Или пачку с чипсами, если не доели. В общем, отличное изобретение. Следующий товар тоже пригодится в домашнем хозяйстве. Это перчатка с фонариками. Такой перчаткой можно залезть под капот автомобиля, если там что-то сломалось, ведь там всегда не хватает света. Или, например, если нужно срочно что-нибудь отремонтировать, а дома как назло выключили свет. А вот крутое изобретение для вашего автомобиля. Ну или еще для чего-нибудь. Это светоотражающая лента. С ее помощью можно реально круто прокачать ваше авто. Да так, что все прохожие будут тыкать на вас пальцами. Ведь автомобиль, украшенный такой лентой, смотрится действительно очень круто. А следующий товар для того, чтобы из вашего смартфона сделать телескоп, ну или хотя бы приблизить его к этому названию. Это съемный объектив с 8-иксовым зумом. Да, этот объектив имеет внушающие размеры.
А для любителей делать селфи на AliExpress я нашел недорогую, но хорошую селфи-палку. Плюс этой палочки в том, что для подключения ее к смартфону ей не нужны провода. Она подключается по Bluetooth. В палочку также встроен пульт с двумя кнопочками. А для настоящих оригиналов на AliExpress я нашел прикольный бокал с ножками и хвостиком, который служит своеобразной трубочкой для напитка. Оригинальная и интересная задумка. Можно собрать себе целый набор и удивлять пришедших к вам гостей. А вот классные противоскользящие подножки из специального гелия. И их применение в быту очень обширно. От того, чтобы прикрепить бутылку к подносу и показывать фокусы, до того, чтобы прикреплять на стенку разные предметы. Например, можно прикрепить телефон и смотреть свой любимый ютубчик, когда вы чем-то занимаетесь. А вот интересный товар для кемпинга или просто выезда на природу. Это складные стаканчики, очень удобная вещица, так как занимает очень мало места. Есть вариант из нержавейки и из пищевого силикона. Как по мне, очень удобное и практичное изобретение. А это просто маскировочная сеть для вашего автомобиля. Будет не лишнее, если вы собираетесь выехать в лес, чтобы поохотиться, ну или просто отдохнуть. А это классный фонарик, но хоть он и небольшой, но зато он многофункциональный. Ведь он может светить как основным светодиодом, так и боковым. А еще в него встроен магнит, поэтому если вам нужно будет освободить руки, фонарик можно будет куда-нибудь примагнитить, так чтобы он светил вам куда нужно и руки при этом были свободны. А вот прикольные приборы для настоящего автолюбителя, ну или слесаря. Это ложка и вилка, у которых на обратном конце расположены гаечные ключи, чтобы подчеркнуть свой статус или просто не забыть, кем вы работаете. Также этот набор отлично сгодится в качестве подарка. А следующий товар – это прикольный брелок в виде замысловатой конструкции, из которого можно извлечь небольшой стальной коготок для разрезания какой-нибудь веревки или еще чего-нибудь. Это небольшой, симпатичный и просто отличный брелок. А следующий товар для тех, кто давно хочет заказать себе обувь из Китая, но боится не угадать с размером. Этот измеритель ноги поможет вам в этом. С его помощью вы сможете измерить свою ногу и указать свой размер правильно, по-китайски. Отличная штуковина. А вот отличный, но недорогой мультитул. И поражает то, что он очень маленький и в то же время многофункциональный. В нем есть и ножичек, пилочка, две отвертки и даже плоскогубцы. За свои деньги это неплохой мультитул. Ну а на этом у меня все. Условия для участия в конкурсе на экранах и в описании. Ну а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!